Азиза, добрый день, как меня слышно? Здравствуйте, Виктория, хорошо слышно. Отлично, сейчас включу камеру. Видно? И видно, тоже замечательно. Отлично, рада вас видеть. Я тоже так, я сейчас не... Здравствуйте, уважаемые участники. Меня зовут Азиза Урдабаева, я являюсь директором департамента по работе с и инвесторами. Сегодня мы проводим уже второй вебинар в рамках программы «Мой портфель на косе». Данная программа образовательная, включая в себя серию вебинаров и проводится под эгидой Международной организации комиссии по ценным бумагам. Сегодня наш приглашенный спикер Виктория Абылова, это финансовый эксперт Freedom Academy. Виктория имеет значительный опыт работы в сфере высшего образования, работала в Казахстанско-Британском техническом университете, где проводила лекции, практические занятия, курировала различные образовательные программы, работала с местными и зарубежными партнерами в, вузах. в Freedom Broker участвует в разработке и реализации обучающих программ по развитию карьеры, повышению квалификации сотрудников, задействованной в оценке уровня знаний и навыков сотрудников и проведении обучающих мероприятий. Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, Азиза. Спасибо большое за такое прекрасное представление. Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Сегодня мы с вами собрались в рамках инициативы, которая проводится Казахстанской фондовой биржей. И сегодняшняя тема нашего вебинара посвящена именно выбору акций. Давайте, прежде чем мы более глубоко погрузимся в эту тему, хотела бы сказать вообще, для чего, собственно, вебинар, который посвящен акциям. Это для тех, кто желает открыть этот мир финансовых возможностей. Возможно, для некоторых участников фондовый рынок кажется каким-то сложным, непонятным, финансовые инструменты, как с ними работать и так далее. Но я надеюсь, что после сегодняшнего вебинара для вас как раз-таки прояснится, как правильно выбирать акции, какие существуют стратегии. Мы как раз-таки сегодня вам и расскажем, как устроен фондовый рынок. Как раз-таки вы сможете попробовать сделать свои первые шаги в инвестировании, узнать больше об акциях и попытаемся развеять миф, что инвестиции это очень трудно. Для начала хотела бы рассказать немножко о компании, которую я сегодня представляю. Итак, что такое Freedom Broker? Это инвестиционная компания, это биржевой брокер с доступом к различным фондовым рынкам США, Европы и стран СНГ. Если мы посмотрим на цифры, основные да, цифры компании, то хотелось бы выделить следующее. Компания существует на финансовом рынке довольно-таки давно, это больше 15 лет, имеет а, много офисов в 20 странах, собственный капитал а, группы компаний составляет 1 миллиард долларов США, а рыночная капитализация, то есть это стоимость акций а, компании, а, составляет около 6 миллиардов. Активы холдинга составляют более 8 миллиардов. Мы гордимся тем, что у нас большое количество сотрудников, и с каждым годом это количество растет, составляет более 5 тысяч сотрудников, и общее число клиентских счетов компании составляет более 500 тысяч. Это краткая такая выжимка о деятельности компании. И теперь давайте посмотрим, как развивается компания с точки зрения динамики цен на ее акции. Как вы знаете, акции компании Freedom Holding представлены на NASDAQ, на американской фондовой бирже. И если говорить в целом о рынке инвестиций, о рынке акций, мы все знаем, что рынок это довольно-таки волатилен. То есть, что значит волатильность рынка? Это когда цена актива постоянно меняется. То есть она может пойти вверх, может пойти вниз. И как вы видите, когда только акции Фридома вышли на NASDAQ, то есть произошло публичное размещение акций, мы видим, что изначальная стоимость была довольно-таки низкая. Но затем постепенно-постепенно мы вышли на высокий уровень. Конечно, мы видим, что в зависимости от рыночной конъюнктуры стоимость акций меняется, но сейчас, по сравнению с 2019 годом, мы видим, насколько сильно изменилась цена на акции компании. Итак, давайте непосредственно начнем знакомиться с фондовым рынком. Что из себя представляет фондовый рынок и как он устроен? Если выделить на участников, фондовый рынок можно разделить на регуляторов, то есть это тот регуляторный орган, который мониторит контролирует функционирование фондового рынка. Биржи, а здесь как раз вот мы видим Косе, да, это один из примеров фондовой биржи, непосредственно сами компании, то есть которые представлены, представляют свои акции, облигации и другие финансовые инструменты, также брокеры, например, как Freedom Broker, и инвесторы. То есть это непосредственно, а, это могут быть как корпоративные инвесторы, так и обычные физические лица. Теперь давайте посмотрим, как же появляются акции. В первую очередь хочется сказать, вообще для чего, в принципе, компания выпускает акции. На самом деле акционеры компании в поисках дополнительного финансирования, дополнительных источников для развития, для масштабирования бизнеса выпускают акции, то есть производят эмиссию ценных бумаг. Что означает эмиссия ценных бумаг? это вот как раз таки выпуск акций и доступ инвесторов к покупке тех самых акций. И когда компания решает выйти на рынок, на, на биржу, происходит, IPO. IPO с английского языка переводится как Initial Public Offering. Это первичное публичное размещение акций компании на фондовом рынке. То есть когда компания в первый раз решает выпускать акции своей компании, вот как раз-таки это и называется IPO. И непосредственно, где происходит IPO, IPO происходит на бирже. То есть биржа это та самая площадка для заключения как раз-таки финансовых сделок. По покупке и продаже различных ценных бумаг. Итак, давайте посмотрим непосредственно, как проходит сделка по покупке и продаже ценных бумаг. Мы можем, как вы видите на графике, на, на слайде, мы видим, что у нас есть Руслан, например, это м, инвестор, да, который отправляет приказ на покупку 10 акций в торговой платформе TraderNet. Это вот как раз-таки торговая платформа а, от Freedom Broker. И с другой стороны у нас есть Энни, который отправляет также приказ на продажу. С одной стороны у нас есть покупатель, а с другой стороны у нас есть продавец. И где непосредственно совершается сделка? То есть с помощью различных приложений со стороны брокеров происходит сделка через электронную систему биржи. Это может быть американская биржа, это может быть казахстанская биржа и так далее. То есть происходит, пополняется книга заявок и как раз таки в этот момент происходит сделка. То есть если условно продавец встречается с покупателем, опять же виртуально, да, не физически, то как раз таки происходит сделка. Это быстро, это удобно. И особенно если вы владеете акциями, которые ликвидны, то вы с легкостью можете как купить, так и продать ценные бумаги. Теперь давайте посмотрим, какие способы заработка существуют на рынке ценных бумаг. Мы с вами рассмотрели, как в целом устроен фондовый рынок, как происходит сделка. Теперь давайте посмотрим, какие же есть способы заработать. Да, собственно, с чего мы сегодня с вами и собрались. Хотелось бы выделить основные инструменты. Для заработка на фондовом рынке в первую очередь это акции, облигации, опционы. Опционы ⁇ это более, наверное, такой сложный финансовый инструмент, его еще называют производный финансовый инструмент. Также есть такое понятие, как фонды, торгующиеся на бирже, иными словами называются ETF, Exchange Traded Fund. Ну и, конечно, IPO-да. Это вот опять же, когда... Компания в первый раз выпускает свои акции, и инвесторы могут приобрести акции, то есть поучаствовать в IPO компании в, публи в первичном публичном размещении акций. Итак, так как сегодняшний вебинар у нас посвящен акциям, давайте более детально рассмотрим, что из себя представляют акции. Акции – это торгующиеся на фондовом рынке ценные бумаги, то есть это финансовый инструмент, ценная бумага, которая дает владельцу права на долю в бизнесе компании. Условно, если вы покупаете акции какой-либо компании, вы владеете хоть маленькой, но долей этой компании, вы становитесь акционером компании. Возникает вопрос, как же можно заработать, на, как же можно заработать владея акциями? То есть существует на самом деле два способа, как можно заработать. Получать доход можно в виде дивидендов, то есть это такие Часть прибыли компании, да, которую компания решает выплачивать своим акционерам в виде дивидендов. Второй способ, которым, через который можно заработать э, на акциях, это, конечно, за счет роста. Простой пример. Вы покупаете акции с течением времени под воздействием различных факторов, как внешних, так и внутренних факторов, стоимость акций может поменяться. То есть акции, стоимость акций может пойти вверх. Тем самым вы можете как раз-таки выиграть на вот этой разнице, на курсовой разнице. То есть вы купили а, подешевле, продали подороже. И вот как раз за счет вот этой разницы а, вы смогли заработать. И давайте посмотрим, а, в принципе, если вот мы... А, Посмотрим, мы видим, что мы пользуемся различными предметами, вещами каждый день, и мы пользуемся продукцией этих компаний. Давайте посмотрим пример. Например, Nvidia. Возможно, кто-то слышал из вас, Nvidia является одним из крупнейших производителей чипов. Если вы пользуетесь ноутбуками каждый день, а вы, я думаю, пользуетесь, то как раз-таки вот Nvidia это есть один из основных поставщиков микрочипов, которые используются, например, в ноутбуках. Но вместо того, чтобы быть просто обычным пользователем, у вас есть возможность стать акционером компании, то есть приобрести акции Nvidia. Apple, я думаю, многие из вас знакомы с этой компанией, владеют айфонами, и опять же, вместо того, чтобы быть просто пользователем человеком, который постоянно обновляет а, iPhone, когда пост... приходят да, новые модели, вы можете стать акционером, то есть приобрести акции и вот как раз-таки зарабатывать либо получая дивиденды, либо через а, курсовую, а, разницу в курсовой стоимости. Microsoft тоже довольно-таки знаменитая компания. Вместо того, чтобы быть обычным пользователем, можно стать акционером и на этом также начать зарабатывать. Опять же, выбор остается всегда за вами, и можно быть просто пользователем, пользоваться продуктами компании, либо стать частью ее истории, начать зарабатывать вместе с компанией. Опять же, путем покупки, либо продажи акций компании вы можете на этом заработать такой яркий пример, опять же, возвращаясь к NVIDIA, если мы посмотрим, как изменялась стоимость акций компании NVIDIA, мы видим, что с начала года более 150% роста составляет. То есть, если вы успели в том в моменте, когда NVIDIA стоила намного дешевле купить акции этой компании, то с началом роста стоимости вы могли заработать более 150%. процентов. Итак, возможно у вас возникнет вопрос, нужно ли вообще анализировать акции перед покупкой. То есть я хочу приобрести ценные бумаги компании и нужно ли мне проводить какой-то предварительный анализ. Давайте посмотрим. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте определим, что с грамотным, детальным, тщательным подходом вы сможете собирать портфель. То есть, что из себя представляет портфель а, финансовых инструментов, это различные инструменты, которые вы, вы можете приобретать. Акции, облигации, ETF, то есть формировать свой инвестиционный портфель. Опять же, все зависит от ваших ожиданий. Это вы можете формировать свой портфель по доходности, то есть, сколько вы хотите получить, ожидаете получить эм, от владения этим портфелем горизонта инвестирования то есть, на какой срок вы хотите инвестировать. Вы хотите инвестировать на неделю, на месяц, на полгода, на год, либо на, на там, больше года, на 5 лет, на 10 лет и так далее. Опять же, нужно учитывать риск аппетит инвесторов. Что из себя представляет риск аппетит? На самом деле это ваша готовность к риску, то есть насколько вы хотите рисковать. Опять же, существует такое правило. Чем выше риск, тем выше доходность. Это тоже нужно понимать, когда вы инвестируете в ценные бумаги. То есть если вы хотите получить довольно-таки высокую доходность, Будьте готовы к тому, что вы должны понести определенный риск. То есть это может быть риск потери да, денег от изменения стоимости, например, акций. Либо наоборот, вы можете выиграть. Но, опять же, с учетом вашей готовности к риску, насколько сильно вы хотите рисковать, опять же, вы можете формировать свой инвестиционный портфель. Важно понимать, принесут ли вложения плоды и на каком временном горизонте ждать прибыль. Опять же, если вы инвестируете на долгосрочный срок, не стоит ожидать прибыли в ближайшие три дня, например, да, или неделю. Важно понимать, что если мы долгосрочные инвесторы, то а, мы должны быть готовы, что прибыль а, компании, например, или акции этой компании принесет нам прибыль через какой-то а, определенный промежуток времени. Важно также самостоятельно находить актуальные инвест-идеи, но также мы советуем вам воспользоваться, например, различными отчетами аналитиков, отраслевыми отчетами, анализом компаний, которые доступны, и уже исходя из различных источников информации, вы можете как раз-таки формировать ваши инвест-идеи. Важно также а, видеть, то есть как ведут себя и что делают другие участники рынка. Например, а, вообще в целом, какое поведение, а, какая температура, да, так скажем, сейчас присутствует на финансовом рынке. Но опять же, не стоит подаваться, например, какой-то всеобщей панике. Важно, а, опять же, исходя из вашей стратегии инвестирования, а, формировать свой определенный паттерн, да, какой-то. А также важно предугадывать с большей степенью вероятности будущее поведение рынка, но опять же и цены, например, на определенные активы, но сложно опять же предугадать с стопроцентной вероятностью, что произойдет на рынке. Но если вы владеете информацией, то есть это, например, о, что происходит с экономикой в стране, что происходит, например, с топовыми компаниями, опять же, в определенной отрасли в стране, то можно примерно сформировать какую-то свою определенную стратегию. Также важно покупать и продавать ценные бумаги по самым выгодным ценам. Никто из нас не хочет потерять, да, и опять же, как я упоминала ранее, на вот как раз таки изменении курсовой стоимости вы можете заработать. И если вы купите акцию по привлекательной цене, рассчитывая на то, что она в дальнейшем вырастет, и, например, акции компании вырастут, как раз таки для вас это хороший шанс, хорошая возможность заработать. И если мы вернемся предыдущему вопросу, то есть стоит ли анализировать ценные бумаги перед покупкой, ответ однозначно ⁇ да. То есть анализ бумаг это как раз даст рост депозита, то есть денег, которые вы вкладываете, плюс улучшение вашего благосостояния. То есть вы можете, опять же, грамотно инвестируя, вы сможете улучшить э, ваше текущее финансовое положение. Итак, давайте посмотрим дальше. Итак, как же начать инвестировать? Да? Какие существуют способы анализа? Если мы выделяем два основных блока, то существует фундаментальный анализ и существует технический анализ. Но, конечно, стоит также выделить, может быть, такую отдельную мини-группу, это торговля по интуиции. Но, как мы знаем, интуиция может нас иногда и подвести. Но если выделять два глобальных блока, это фундаментальный анализ и технический анализ. Итак, давайте посмотрим. Когда мы проводим качественный анализ ценных бумаг, можно провести такую аналогию как со строительством дома, например. И вот как раз таки фундаментальный анализ, опять же исходя из названия этого термина, представляет собой фундамент, да? то есть это, основа при проведении анализа. Я сейчас более подробно расскажу, что себя представляет технический анализ, что представляет фундаментальный анализ, но если проводить аналогию, то можно сказать, что фундаментальный анализ это основа построения дома, а технический анализ это сопутствующие части, то есть это могут быть стены, крыша, например, и так далее. Важно понимать, что не стоит выделять отдельно только фундаментальный анализ, либо только технический анализ. Важно использовать оба этих блока, оба этих анализа в совокупности для достижения хороших результатов. Теперь давайте посмотрим, что из себя представляет технический анализ. Технический анализ это, опять же, тот анализ, который проводится и основывается на изучении графиков цен и торговых объемов. То есть с целью, для чего, для чего вообще нам нужен технический анализ, чтобы прогнозировать будущее движение рынка. То есть как себя поведет рынок в целом ценных бумаг, да, так и отдельных акций компании. Вот как раз-таки технический анализ нам в этом и может помочь. Что себя включает вообще технический анализ? Это, конечно же, изучение трендов, то есть э, ценная бумага определенной компании идет вверх, либо она идет вниз, либо она очень сильно волатильна в данный момент. Существует такое понятие, как уровни поддержки и сопротивления, это определенные термины, которые используются в техническом анализе, и различные индикаторы и модели, которые позволяют вам оценить, то есть... Тот самый подходящий момент, когда вам стоит совершить сделку по покупке, либо по продаже ценных бумаг. Это что из себя представляет вкратце технический анализ. Теперь давайте посмотрим фундаментальный анализ. Опять же, мы говорили, что фундаментальный анализ ⁇ это основа, это фундамент при анализе ценных бумаг. Это тот самый метод определения реальной стоимости компании, еще называют внутренней стоимости. Также существует такой термин, если говорить про фундаментальный анализ. Также фундаментальный анализ может помочь спрогнозировать будущую рыночную стоимость ценных бумаг. То есть мы смотрим, насколько что, оцениваем стоимость компании и насколько эта стоимость реально, соответствует ли это действитель, стоимость действительности, и также прогнозируем, сколько будет стоить компания в будущем, сколько будет стоить акция этой компании. При фундаментальном анализе... Мы анализируем в первую очередь финансовые показатели компании. То есть вы смотрите на всю внутреннюю кухню да, так скажем, компании: ее активы, текущий активы, долгосрочные активы, уровень долга насколько профиль, насколько прибыльна эта компания, насколько эффективно она использует собственные средства, заемные средства. Также, кроме того, что вы оцениваете финансовые показатели компании, мы также оцениваем с использованием, с помощью фундаментального анализа, мы оцениваем отрасль, то есть саму отрасль, в которой представлена компания не только ее внутренние показатели, но и опять же внешние факторы. И, конечно же, экономические условия. То есть сейчас, в настоящий момент, что происходит в экономике страны? Существуют ли внешние макроэкономические факторы, которые могут оказать влияние, я бы даже сказала, существенное влияние на изменение стоимости ценных бумаг? То есть, что из себя представляют, например, макроэкономические факторы, я про это сейчас также более подробно поговорю, это, например, уровень инфляции, уровень безработицы, промышленное производство, базовая ставка. То есть вот такие фундаментальные показатели да, макроэкономические, они как раз-таки и говорят вам о том, какие в настоящий момент существуют экономические условия и как это отразится на рынке ценных бумаг. Что же рекомендуется? То есть, мы с вами определили, что у нас существует два крупных блока: это фундаментальный анализ и технический анализ, и для того, чтобы проводить качественный анализ при совершении сделок, при инвестировании в рынок ценных бумаг, важно постоянно совершенствовать свои навыки. То есть, невозможно только один раз что-то изучить, прочитать. Нужно постоянно совершенствовать, улучшать знания в этих областях, как в техническом анализе, так и в фундаментальном анализе, чтобы принимать обоснованные инвестиционные решения. Важно также эффективно использовать и совмещать как технический, так и фундаментальный анализ. Я про это уже ранее говорила, то есть Желательно не использовать только отдельно технический анализ, либо только основываться на фундаментальном анализе. Если вы используете грамотно как технический, так и фундаментальный анализ, то вы значительно можете повысить, повысить свои шансы на успешное инвестирование, на получение прибыли. Итак, опять же, если мы вернемся к техническому анализу, что это дает инвесторам и трейдерам? в первую очередь позволяет определить, да, идентифицировать возможные точки входа и выхода из сделок, то есть когда наступает тот самый момент, когда вы а, вам стоит совершить сделку, определять тренды и прогнозировать возможные изменения рынка, то есть а, как себя поведет акция, пойдет вверх либо пойдет вниз, что нам говорит текущий тренд, опять же максимизировать свою прибыль и минимизировать риски, которые связаны, например, с потерей, возможной прибыли. Позволяет вам разработать собственные торговые стратегии с учетом, опять же, индикаторов, трендов, паттернов. Вы можете создать свою ту уникальную стратегию, которая позволяет вам совершать выгодные сделки и своевременно реагировать на изменения на рынке, то есть быть готовыми к тому, как себя поведет рынок и успеть либо совершить покупку, да, например, ценной бумаги, либо ее продать. Теперь давайте посмотрим про фундаментальный анализ, то есть что он дает инвесторам и трейдерам мы можем находить позиции для долгосрочных инвестиций. Стоит отметить, что фундаментальный анализ, так как мы определяем, как себя поведет ценная бумага в будущем, также он нацелен на как раз-таки долгосрочные инвестиции, то есть, например, больше года однозначно. Также фундаментальный анализ дает глубокое понимание факторов, которые влияют на рыночную стоимость актива. Мы изучаем не только, например, финансовые показатели компании, но, как я уже говорила ранее, мы изучаем условия, в которых функционирует, например, определенная компания, различные макроэкономические факторы, которые позволяют вам понять, да, что произойдет, например, с будущей прибылью компании с ростом компании возможен ли вообще рост компаний в будущем. Также помогает идентифицировать активы, которые могут быть недооценены или переоценены на рынке. Вообще, если мы говорим про фундаментальный анализ и про определение рыночной стоимости компании, условно можно разделить как бы на три направления: это недооцененные компании, переоцененные либо справедливо оцененные. И вот а, как раз-таки а, это нам помогает идентифицировать, насколько текущая рыночная стоимость компании соответствует ее а, внутренней реальной фундаментальной стоимости. И а, также я говорила, что фундаментальный анализ и макроэкономика, они сильно взаимосвязаны. И часто опытные инвестора... В целом не только изучают, да, например, финансовые показатели компании, но и обращают внимание на экономику. И каждый свой день они начинают как раз-таки с анализа экономических показателей, поведения фондовых индексов, для того, чтобы сформировать свою определенную инвестиционную стратегию. Но важно также понимать, что в целом фокус внимания инвесторов он смещается. Часто это может быть от одной страны к другой, но и также к различным макроэкономическим показателям внутри страны, но и также макроэкономическим показателям в мире в целом. И если мы говорим про ресурсы, которые вы можете использовать для фундаментального анализа. На самом деле сейчас доступно большое количество информации, но просто в качестве такой небольшой рекомендации вы можете использовать сайт investing.com. Вот как раз-таки на этом сайте вы Вашему вниманию представлена довольно-таки обширная информация по макроэкономическим показателям, календари с датами, когда выходят, например, различные отчеты по инфляции, по безработице, по индексу потребительских цен промышленные индексы промышленное производство и так далее вВП да, все вся вот такая информация она доступна на одном сайте также разделено по странам по, по географии да, так сказать по важности то есть насколько тот или иной показатель важен на финансовом на фондовом рынке. И вот как раз-таки в качестве такой небольшой рекомендации можно использовать вот этот сайт для того, чтобы мониторить, что происходит с макроэкономикой в различных странах. Также, если мы переходим, мы с вами обсудили про макроэкономику, теперь давайте поговорим непосредственно про анализ отчетов компании. Итак, мы уже сказали, что фундаментальный анализ, он в себя включает как изучение внешних факторов, так и анализ непосредственно финансовых показателей компании. И для того, чтобы изучить финансовые показатели, существуют так называемые отчеты, финансовые отчеты компании. Условно можно разделить на таких три важных этапа, если вы проводите анализ отчета компании важно брать отрезок времени от 3 до 5 лет. Это такой рекомендуемый период, когда вы можете как раз таки сформировать да, свое мнение, что происходит с компанией, как себя ведут определенные финансовые показатели компании. Если вы рассматриваете например только один год, то это не совсем даст вам полную точную картину, что происходит с компанией. А вот период от 3 до 5 лет – это наиболее рекомендуемый. Если мы будем двигаться дальше, то есть мы определили, что необходимо изучать финансовые отчеты компании, брать отрезок времени от 3 до 5 лет, следующий этап – важно понимать не только, например, изучать сами цифры, но и динамику их изменений. Опять же, если мы берем временной промежуток от 3 до 5 лет, мы должны понять, как меняются определенные показатели. Например, как меняется прибыль компании. Она из года в год растет, либо сокращается, какими темпами, что происходит, допустим, с текущими активами компании, как себя ведет долг компании, оборотные активы компании, денежный поток. Да? То есть мы должны понимать, как меняются эти цифры в динамике. И также это позволит нам проанализировать, насколько эффективно компания управляется, и мы сможем сформировать определенный прогноз перспектив ее развития. Например, если мы изучаем динамику изменения прибыли компании, мы можем сформировать примерно рост, да, насколько компания растет, и, соответственно, есть ли какие-то перспективы в целом роста компании. Это опять-таки дает вам вот, анализ компаний, да, отчетов компании, изменения, анализ динамики изменений этих показателей, да, даст вам примерно понимание, стоит ли вам вкладываться в ценные бумаги той или иной компании. Ну, если мы говорим непосредственно про финансовые отчеты компании, которые мы можем изучать, у нас мы в целом выделяем годовые отчеты, квартальные отчеты. И, допустим, мы изучаем не только отчеты, которые доступны широкой публике, но и различный новостной фон, потому что стоит понимать, что любые новости, которые связаны с компанией, отразятся на рыночной стоимости акций. И эти новости могут как положительно повлиять, так и негативно повлиять на стоимость компании. Например, если выйдет новость о том, что прибыль компании составила меньше прогнозируемой прибыли, которая была заложена, например, аналитиками, это может, например, негативно отразиться на компании, на стоимости ее акций. Ну и как раз-таки с помощью различных аналитических отчетов, отраслевых отчетов, можно сформировать картину, как себя поведет отрасль, ну и непосредственно компания да, внутри этой отрасли. Теперь, какие же существуют стратегии для заработка на бирже? Условно можно разделить э, стратегии на три типа да так скажем это инвестор спекулянт и трейдер давайте сейчас дадим определение каждому из трех стратегий что из себя представляет инвестор инвестор выстраивает портфель для получения дивидендов и заработка на росте бизнеса именно в долгосрочной перспективе то есть если вы себя относите к человеку который все-таки не любит какой-то моментный риск, не хочет рисковать, а, а формирует свой портфель с учетом а, каких-то долгосрочных финансовых целей, и а, вы планируете вкладываться в ценные бумаги, получать стабильные дивиденды и зарабатывать на потенциальном росте бизнеса, то вы являетесь инвестором. Вас можно отнести вот к первой а, категории, вы используете первую стратегию. Давайте перейдем ко второй. Второй тип – это спекулянт. Спекулянты, они отыгрывают самые горячие идеи для получения максимальной прибыли в самые кратчайшие сроки. То есть сделки происходят внутри торгового дня и совершаются моментально. То есть вот как раз-таки на вот таких моментных сделках спекулянт и зарабатывает, как бы получает прибыль. И следующий тип это трейдер. Трейдер посвящает рынку 100% своего рабочего времени, чаще всего имеет четко формализованную стратегию торговли и управление риском. То есть, опять же, изучая, например, как технический анализ, так и фундаментальный анализ формирует определенную стратегию поведения на фондовом рынке. И также сделки совершаются, например, в течение одного торгового дня. Также, если мы говорим, да, мы затронули с вами тему риска, я уже говорила о том, что у риска и доходности такая зависимость, что чем больше риск, тем больше доходность. Но если условно мы разделим финансовые инструменты, которые представлены на различной степени риска, то наименее рискованные ценные бумаги – это, конечно же, государственные облигации, которые выпускаются различными государствами, странами. И так как их платежеспособность гарантируется непосредственно самим государством, которое выпускает эти облигации, то риск потери своих средств, он минимальный. И, как вы видим, они относятся вот к первой категории да, с а, наиболее минимальным риском. Но опять-таки, мы помним, что чем меньше риск, тем и, соответственно, меньше доходность. Если а, вы знаете, что компания имеет практически нулевой риск, а, не компания, например, а ценные бумаги, да, как вот гособлигации, то как раз-таки стоит понимать, что а, практически нулевой риск гарантирует вам а, менее высокую доходность. Теперь на следующую ступень от государственных облигаций а, идет корпоративные облигации и депозиты. То есть а, если мы сравниваем, например корпоративные облигации с государственными облигациями, конечно, риск неплатежеспособности у таких облигаций намного выше, потому что а, здесь уже платежеспособность гарантируется не государством, а непосредственно самой компанией, которая выпустила эти ценные бумаги. Если мы двигаемся дальше, мы видим, что более высокую доходность гарантируют нам фондовые индексы и акции компании с большой капитализацией, то при опять же высокой доходности стоит понимать, что существуют определенные риски потери вложенных средств, так как, например, компании могут быть, акции компании могут быть нестабильны, и вы можете потерять на вот изменении курсовой стоимости. И на самую высшую ступень можно отнести компании, допустим, средние и малые компании, ну и также первичное публичное размещение ценных бумаг. Так как если мы сравниваем, например, большие компании с большой капитализацией и мелкие компании, то у маленьких компаний, конечно же, риск банкротства намного выше. И, соответственно, опять же, они могут гарантировать высокую доходность, но, опять же, пусть и готовы к тому, что вам придется нести определенные риски. Итак, если а, подводить как бы к окончанию, к завершению а, моей сегодняшней презентации, в качестве тоже такой дополнительной информации, а, мы советуем вам посмотреть определенные фильмы, которые связаны с... А, участниками биржи. Возможно, вы найдете полезную информацию о том, как в целом функционирует фондовый рынок, как себя ведут трейдеры, как ведут себя участники рынка во время наступления финансового кризиса. Вот как раз мы представили вам фильмы, которые могут пролить свет да, на то, как вообще функционирует биржа и в целом финансовый мир. Кроме фильмов, также мы рекомендуем вам изучить определенную литературу по тому, как, например, анализировать ценные бумаги, какая существует психология трейдинга инвестора, как стоит к этому отнестись да, вот с психологической точки зрения. И также в качестве тоже дополнительной информации хотелось бы сказать, что на нашем сайте у нас представлен бесплатный курс, который доступен абсолютно всем. Курс называется «Путь инвестора». И в программе как раз-таки представлены 7 модулей, 28 уроков, 15 полезных буклетов и годовой доступ к курсу. То есть с помощью вот такого бесплатного курса вы можете узнать, как работает фондовый рынок, можно получить ценные советы от наших экспертов и более эффективно изучить платформу TraderNet Global. То есть на TraderNet Global вы можете не только, например, искать, но и анализировать активы для успешной для совершения как бы успешных торговых сделок. Этот курс абсолютно бесплатный. И вот на последнем слайде, вот как раз вы видите QR-код, можно навести на него и как раз таки можно пройти регистрацию и получить доступ на наш бесплатный видеокурс на путь инвестора. Пожалуйста, регистрируйтесь, изучайте, будьте с нами на связи. Моя презентация закончена. Если у вас есть вопросы, буду рада на них ответить. Виктория, спасибо большое за эту информативную презентацию. Было очень очень интересно. Виктория, у нас здесь есть вопросы в вопросах ответах. Mm -hmm. а, вот просит Данель показать, можно ли будет снова показать сайт, где можно наблюдать макроэкономические показатели? Да, конечно. Сайт называется investing.com. да, вот он как раз есть. Сайт называется investing. .com. Он доступен ну, здесь на английском языке, он доступен также и на русском языке. Ну, кроме этого сайта, на самом деле существуют и другие э, сайты, можно также пользоваться, например, Yahoo Finance, э, можно использовать э, Seeking Alpha, есть такой веб-сайт, можно использовать Morningstar. Конечно, не все веб-сайты дают вам э, очень расширенную информацию без определенной подписки, но получить такую фундаментальную основную информацию можно и бесплатно. Если вы, конечно, приобретаете подписку, подписывайтесь на сайт, то можно получить очень детальную информацию, например, мнение экспертов, анализ, но это уже, наверное, больше для профессионалов. Для обычных пользователей, в принципе, бесплатной версии достаточно. Если у вас есть еще вопросы, вы можете писать их в вопросах-ответах, либо в чате, либо поднять руку и самостоятельно задать вопрос. Мы с Викторией будем рады ответить. А если вопросов нету, то мы благодарим uh, финансового эксперта Freedom Academy. Викторию Авылову. И ждем вас, дорогие участники, на следующем вебинаре. Uh, уже он будет 15 октября в 15.00. Выбор акций. И uh, вновь с нами данный, данное обучение, данный вебинар проведет Виктория. Спасибо большое еще раз, Виктория. Спасибо, uh, спасибо вам. Спасибо участникам. До скорых встреч. До свидания. До скорых встреч. Спасибо большое. До свидания.